На своем стенде мы сегодня представляем разработки компании, то есть группы наших компаний в вопросах защиты информационных сетей и защиты как выделенных, так и защищаемых помещений в зависимости от конфиденциальности информации. Мы представляем новые продукты, которые на рынке российском немногочисленно сейчас представлены. В частности, это комплекс защиты сетевой, защиты гетерогенных сетей Diamond, который представляет из себя как защиту виртуальных сетей, в частности серверных технологий, защита автоматизированных рабочих мест. Ну и сейчас ведется активная разработка, это сертификация своей криптосистемы Decrypto и диспетчер доступа, который в дальнейшем позволит защищать облачные технологии с использованием таких технологий, как планшеты, мобильные телефоны и так далее, которые в настоящее время актуальны для большинства руководителей, в основном госсектора, ну и, соответственно, коммерческих структур. Но можно я скажу чисто откровенно, что по сравнению с другими годами, более ранними и, в частности, осенним форумом, который состоялся здесь же, Крокус Экспо, в этот раз представлены специалисты в области защиты сетевых технологий как бы малочисленны. По опыту обычно представляют здесь такие большие компании, как ЦБИ, Эшелон, но в этом году они почему-то не представлены. И мы, по сути дела, здесь представляем одного из крупнейших предприятий, которые занимаются в области защиты информации по линии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Ну, выставка, в принципе, организована достойно. Здесь ничего страшного и грубого сказать нельзя, но хотелось бы, чтобы выставка представлялась не только предприятиями, которые обеспечивают защиту физическую и как бы защиту периметров, но и представлялась представителями, которые занимаются защитой сетевых технологий, потому что сейчас это очень актуально. Комплексная защита информации, она уже предсказывает предприятиям, что не должен только защищаться периметр, а должен защищаться комплексно любой объект. Тогда защита информации будет эффективна и обеспечит заданный уровень безопасности того или иного предприятия в зависимости от его предназначения. Либо это государственная структура, которая обеспечивает гостайну, либо это коммерческая структура, которая защищает свои коммерческие интересы.